Друзья, всем привет! У нас зацветают уже массово гортензии. Тут у нас фантом. Такой ажурный красавчик. И сейчас покажу еще другие сорта. Здесь диамантино. Один из самых ранних сортов. Но зато у него очень плотное соцветие. Это вот он еще не до конца раскрылся. Вот эта верхушка еще будет набирать объем. Такой вот классный. Вот это селекшн. Только-только начинает раскрываться соцветие. Такие вот они сначала лаймовые немножко, а потом становятся белые. Огромные шапки на них. Здесь вот у нас 5-стар. Вот такой вот он классный, розовеет. Ну, у нас верхний полив, поэтому немножко, конечно, лепесточки страдают. У нас гортензии стоят абсолютно без притенки на открытом солнце. Такой вот он тоже ажурный красавчик. Вот так вот начинает интересно зацветать гортензия Фрэмбоазин. Вот даже соцветие только-только раскрывается. Но вот эти вот переливы розового, крапинки очень прям декоративные. Тут у нас бобо. Ну, на самом деле его цветущего мало осталось, но порезали на черенки. Little Lime я уже до этого показывал, но покажу еще. Очень красивые соцветия. У Геркулеса будут просто какие-то гигантские соцветия. Вот он сейчас уже огромный, хотя только-только первые цветы начинают раскрываться. Покажу еще раз Little Fresco. Очень классненький.